Ну, сегодня 9 октября. Я упросил Володю, все же выбрал он время вместе поехать на первый мостик. Никто тут не будет делать. Они КамАЗы здесь с разлета ушли, а дальше-то там выезжают уже не на камень, с камня на дорогу. Ну и вон как расширили ее, и глину разбили, она уплыла. И там яма на выезде, самая яма. Никто этим заниматься не будет. А тут коров гоняют. Вот оно что. Дамба возведенная была, парапет. Вон она вся внутрь валяется. Вон она где. Загоняют сюда скотину. Вот она ее ломает. Ну, сейчас мы будем поднимать оттуда. Ну-ка, покажи оттуда. Что? Поднимать вот эти камни. Сюда, сверху, на укладывать. Прямо здесь бить ее, вот так. И здесь точно так же. А вот здесь маленько упереть так. Не трогать ее, на него рядом положить еще. И вот так дальше это как бы шире сделать маленько. Потому что она заузилась. А что потрогал? То можно взять, он там не нужен. Он там недосягаемый. Вытащи его. Они хорошо сидят. Вот так, сейчас я буду тоже. Вон она где вода. О, стая уток летит. Это не увидать. А это вот осталось целое. Я вот говорил, в прошлый раз под стекло сделал. И так держится. Сегодня оттуда приехали, приятно слышать. Прошли. Ну, там камни накидали, мы сейчас ведра не взяли, а руками. На выходе там камни видно. И здесь вода течет. Прерывно.